Здравствуйте! В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Нина Батырева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Кому помешал фонтан? Местная достопримечательность снова подверглась атаке вандалов. Кто еще мерзнет, а кому уже жарко? Как проходит начало отопительного сезона в нашем городе? Процесс пошел. Центр занятости трех муниципалитетов готовится к слиянию. В этом году отопительный сезон в Кандалакшском районе стартовал намного раньше обычного. Уже с 10 сентября жилой фонд начали подключать к теплоносителю. И все же похвастаться тем, что в квартире тепло и комфортно, может далеко не каждый горожанин. Согласно постановлению главы районной администрации 10 сентября, работы по подключению домов должны были завершиться в течение 5 дней с момента вступления документа в силу. Но потеплело не везде. В ряде жилых объектов требуется дополнительно провести развоздушивание систем. За прошедшие сутки жалоб на отсутствие отопления поступило около 200. При этом все управляющие компании работают в усиленном режиме и в выходные, и в вечернее время, для того, чтобы до конца этой недели отработать все заявки. Мы подключили заранее именно с той точки зрения, чтобы была возможность достаточно спокойно провести работу по развоздушиванию системы теплоснабжения. Почему мы так рано подключили? Именно с этой точки зрения, чтобы люди могли комфортно вот этот момент подключения, развоздушивания максимально комфортно пережить. При этом, если кто-то кутается в теплую одежду и вынужден постоянно включать обогреватель, то у многих кандалакшан, уже получивших ресурс, дома настоящая жара. Но это лишь временные трудности. Синоптики в скором времени обещают похолодание. При этом до конца недели тепло должно поступить в каждую квартиру. Городской фонтан минувшей ночью стал жертвой неизвестных вандалов. Ради баловства или со злости они в буквальном смысле разворотили местную достопримечательность. Часть элементов бурлящей конструкции восстановлению не подлежит. Не журчит и не брызгает. Городской фонтан приказал долго жить. Остается только догадываться, чем орудовали вандалы и для чего ломали конструкцию. Но факт остается фактом. Верхний ярус сломан полностью, значительно поврежден и второй. Разбитые элементы не подлежат восстановлению. Поэтому в этом году фонтан по понятным причинам будет закрыт раньше обычного, заявили в управлении коммунальным хозяйством. Заниматься реконструкцией объекта сейчас нецелесообразно, да и накладно для местного бюджета. Отметим, что по факту разрушения фонтана правоохранительными органами проводится проверка. Но пока лица, причастные к этому, не установлены. Не помогут в решении вопроса и камеры наружного наблюдения. На соседнем здании их аж 3 штуки, и все рабочие. Только вот хулиганы в объектив не попали. Три в одном. В центре занятости населения Кандалакши, Полярных Зорь и Терского района будут объединены и начнут работать как единый организм под вывеской межтерриториального областного бюджетного учреждения «Центр занятости населения города Кандалакша». Отразится ли процесс укрупнения на рядовых гражданах? Ответ в нашем следующем материале. Решение о реорганизации центров занятости, расположенных на юге области, принято на региональном уровне. Порядок проведения мероприятий по укрупнению прописан в приказе Комитета по труду и занятости населения Мурманской области. Реорганизация начнется с 1 ноября текущего года. При этом функции и деятельность службы занятости остаются прежними. Гражданам переживать не стоит. Государственные услуги в сфере занятости им будут оказываться в прежнем объеме. Государственные услуги, которые мы оказывали и которые оказывались в Полярных Зорях, в Терском центре занятости, они будут населению этих городов оказываться на месте. Приезжать сюда не надо. Изменится сама структура работы службы занятости, потому что пособие перечислять мы будем, центр занятости города Кандалакша, но начисление, регистрация, вся будет проходить в этих отдаленных центрах занятости. Цель любой реорганизации – оптимизация. Граждане, как пояснили в центре занятости, только выиграют от этого. В процессе объединения 3 отдельных учреждений будут объединены и их базы. База вакансий предприятий и работодателей. Колвица приглашает. 26 сентября в старинном поморском селе на берегу реки состоится торжественное открытие мемориального комплекса «Память Колвицы».
В создании мемориала, который был воздвигнут в живописном уголке почти на самом берегу речки Коловицы, приняли участие волонтеры движения «Экодозор» Кольского экологического центра, местные жители и кандалакшане. Одни помогали материалами, другие – материально. Третьи просто оказывали всестороннюю поддержку авторам проекта. Сейчас работы по благоустройству территории завершаются. 26 сентября состоится официальное открытие мемориала. Церемонию приурочили к 71-й годовщине окончания боев на Кандалакшском направлении. Железнодорожные переезды являются одним из опаснейших участков проезжей части. Здесь нарушение правил может стоить не только штрафа, но и жизни многих людей. Для нашего города данная проблема особенно актуальна, так как один из переездов проходит практически в центральной части города, а потому почти никогда не пустует. А сегодня здесь в очередной раз прошла акция «Внимание, переезд». Согласно статистике, до 98,5% дорожно-транспортных происшествий на переездах происходит из-за нарушений водителями автотранспорта правил дорожного движения. Именно поэтому сотрудники железной дороги уделяют особое внимание безопасности на данных участках транспортной сети. Только за 2015 год уже было допущено 153 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей. В результате пострадал 151 человек, 33 погибло. К сожалению, лихачей, которые в надежде сэкономить пару лишних минут на переезде, не сбавляют скорости при сигнале семафора, хватает и в нашей области. 11 числа сентября месяца станция Апатиты, сортировочная Апатиты грузовой, произошло ДТП со смертельным исходом. Причинами погиб водитель и его пассажир, причинами явилось банальное нарушение правил пересечения железнодорожных переездов. Для того, чтобы напомнить водителям о том, как правильно вести себя у железнодорожного переезда, сегодня им раздавали специальные памятки, на которых также была приведена печальная статистика последствий нарушений. Остается надеяться, что пополнить ее кандалакшане не захотят и при пересечении переездов будут отдавать предпочтение безопасности, а не безрассудству. На этом наш выпуск завершен. Далее рекламный блок и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи завтра в это же время.